Жители Сыктывкарской орбиты сегодня на целый день остались без холодной воды. Плановый ремонт на сетях Сыктывкарского водоканала в очередной раз доставил неудобства жильцам домов по улице Тентюковской. В связи с этим некоторые горожане сетуют на нерасторопность коммунальщиков, ведь на дворе отнюдь не май месяц. Я не знаю, дурью маются, это да. Летом надо делать, а что-то у нас всю осень так. Конечно, отключение холодной воды в ноябре не самое приятное мероприятие, но того требуют ремонтные работы. В сентябре во время починки основной водной артерии здесь проложили временные трубы. И сейчас работникам нужно демонтировать их, а еще сделать врезку уже нового водопровода. После этого у жителей домов по улице Тентюковской должно быть гораздо меньше сухих дней. Сегодня завершаются все ремонтные работы. На данный момент производится, еще раз повторюсь, врезка основного водопровода. И останется здесь немножко прибраться, вывести временный водопровод, демонтировать. И, в принципе, думаю, на этой неделе или в начале следующей мы уже отсюда уйдем и не будем беспокоить местных жителей. Как отмечают коммунальщики, подобное отключение – мера неприятная, но необходимая. Профилактика и ремонт сети позволит в будущем предотвратить аварийные ситуации. Восстановить холодное водоснабжение обещают к 10 вечера. При этом многие из жильцов запаслись водой накануне, набрали тазики и ведра. Для других организован подвоз воды автоцистернами. В орбите две таких точки по адресам Тентюковская, 83 и 93. Как убедилась наша съемочная группа, очереди за водой не выстраиваются.